просто рефлексом рука так дергается, нажимает сама, и ты такой, хедшот, чё? Бывает такое, знаешь? Да. Вот, именно таким я его убил. Ладно, я записываю. Я тебя приглашаю. Мне еще не пришло. А, вот теперь. То есть оно пришло, но он мне просто не сообщил, видимо. Так, у меня... Давай поиграем один Terrorist Hunt, а то у меня как раз... Play one Terrorist Hunt mission in at S-Petsnaz. Нихера себе, тебе повезло. Get two kills in multiplayer. Ну, это тоже не так сложно. У меня еще ничего нету. Для нас теперь. Это мой дейли. Да, а у меня в дейли только поиграть за спецназ. Ну окей, давай. Ну, ты в мультиплеере играешь за спецназ, так что. Я во всем играю за спецназ, но здесь именно Terrorist Hunt. А. Protect Hostage. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Давай возьмем... Bedroom. Доверяю на слово. Не стоит. Reinforce the area. Hostiles regrouping. Go ahead, impress me. О. Хорош, у них сейчас диалог вышел. Что, какой? Ну, мой говорит, go ahead, impress me, а твой говорит, you can count on me. У меня твой сказал, rely on your senses. А мы тоже там что-то сказали. Что можно было связать, как бы. Упс. Около меня. Чувак, не стреляй так больше. Закинь свою броню. Да, точно. Вот тебя уже сильно побили. Да. Я просто не ожидал, что они из окна вылезут. Но зато я вижу окно часточанку, так что хорошо. Да, я тоже, если честно. Keep the hostage safe. Hostiles approaching. Привет. Я буду следить здесь. Я бы на твоем месте следил за окном, потому что я окно вижу, но... Типа, я уберу вид только когда они будут залезать. Мне что-то лагает. И что, я тебе потом пришлю это видео, ты посмотришь, у меня там стена за стеной лагает. Хм. Ну ты помнишь, как меня недавно свет лагает? Не, не в этом смысле. По-другому лагает. Лагает, как сломанный телевизор. Да что ты, будь здоров. Она становится такая вся разноцветная. У нас заложник стонет. Ты был заложник? Так, может, не будешь суваться мне под пулемет? Да они все через тебя попёрли просто. О, бедненький. Secure the area. Правда, не так. Window barricaded. Ха-ха-ха.
Hostile insertion, prepare to engage. О, шахид идет через окно. Отсюда идет свои. Еще террористы, типа. Че? Скорее всего, отсюда пойдет. Вообще ниоткуда не уйдет. Так, я перезаряжаюсь. Кто выход? Шахид. Скотина. Плохо дело, плохо. Да. Так. Теперь вам понадобится время. Знаешь, я ставлю здесь. Пожалуйста, следи за моей спиной. То я свою спину будешь. Так, я закрываю эту дверь, может выйдешь? Я ступил. Они идут в окно. Там шах. Я с ними разберусь. Хорошо, что тачанка можно играть одной рукой. Будь здоров. Может, будешь следить за моей спиной лучше? Нормально, там ты услышишь. Я просто в основном слышу твои шаги. Можешь мне подстрелить в ногу и оживить, а то у меня 16 жизни. У тебя броня на себе? Да. Еще. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Капец. Под союзником мелкий урон. Но с другой стороны у меня и пушка стреляет. Поэтому мне 51 патрон, а поэтому я редко стреляю в тело. Даже в мультиплеере. Опять, Миш, я свою спину не вижу. Упсах. Просто немножко стрёмно. Шахид, отойди. Шахида нет. Спасибо. А, я двоих убил. Еще двое. Сзади меня. А, это был ты, неважно. Прости, да.
Тут идут. Еще. Заложник догадался, что я буду делать. Это было смешно. Я начал целиться на заложника, а она начала смотреть, говорит, нет, не надо. А я начал тебя щит уничтожать. Да. Не, ну это было смешно, как... Я целился ровно в рожу. Еще один тебе надо победить, да? Не, все. На этом стоп рекординг.